first name is Freed, last name is Dumb. But you still believe in where we're from. Man's right power. Да, мне, конечно, повезло. Первый раз и на юбилейный 20-й фестиваль. Вчера и сегодня я наблюдал такое фантастическое количество молодых, талантливых людей, что, честно говоря, я на студентов сегодняшних смотрю уже другими глазами. В общем-то, фантастичный фестиваль. Очень позитивные, жизнерадостные, а все что-то хотят делать, стремятся завоевать те вершины, которые можно здесь добиться. Да та же конкуренция, но конкуренция уже более дружная. И я считаю, то, что все сильные и все достойные победы. Я набралась намного больше опыта, то есть колоссальный просто прогресс. Я чувствую, ну, как бы в себе, я чувствую, как ребята как бы набираются опыта больше, и как бы это колоссальный просто рост, и они показывают это здесь. Наши ребята Международного института, они участвовали практически во всех номинациях. Студентов из Международного института больше всего на фестивале, 45 человек. И начали подготовку месяц назад. Нам активно помогали преподаватели кафедры русский язык как иностранный. Это, пожалуй, наверное, самая тяжелая задача, которая стоит перед жюри. А я имею честь входить в состав жюри. И вот после каждой номинации, когда появляется, значит, окно, мы собираемся все вместе и начинаем все. У нас идут ожесточенные споры. У нас несколько критериев, конечно же, если это... Эстрадный вокал, то, конечно же, как она держится на сцене, какой у нее голос, попадает ли она в тональность. Мы оцениваем и внешний вид, мы оцениваем и подход к делу. Да. Если это взять в КВН, допустим, то, естественно, как отыгрывают миниатюры, как приготавливали сценарий, ну и в таком духе. Вот, у каждого своя позиция, вот, и мы, конечно же, стараемся принимать грамотное, взвешенное решение. И начинаем все. Тут и институт, и китайцы, и Владмор колледж, и девушка из Тобольска Лидия, которая просто бесподобно красиво поет, и сахалинский парень Алексей, по-моему, который очень красиво танцует. Ну а мистеры и миссис, мисс... Это что-то вообще фантастично, просто фантастично. Я вот многих ребят знаю в лицо, проходили практику на Палладии и так далее. Но когда они в таких красивых костюмах, когда они выходят и как они красиво себя показывают, просто молодцы. Очень-очень круто, на самом деле, с каждым годом все повышается, повышается планка. Когда-то у нас было по две команды всего в Дальрептузе, сейчас их уже 6 на данный момент, прошли в финал 4. По-моему, это замечательно, мы стараемся, продвигаем КВН в Дальрептузе, и я надеюсь, что с ним как раз-таки все будет хорошо. Типичная ситуация на дороге. У девушек спустило колесо. Одно мы поняли точно. С криками его не надуть. Что делать? Может быть, будем думать, как мужики? Короче, смотри. Тут, походу, карбюратор ты. Да эту тачку вообще продавать надо. Ну, ты грамотно базаришь. Эмоции зашкаливают. То есть, первый день мы приехали, какая-то такая хорошая погодка. То есть, позитивные люди все на добре. Со всеми сразу познакомились. И как-то все закрутилось, завертелось, и никто не ожидал, что фестиваль будет настолько красочный, настолько яркий. Уже с фестиваля уже начинаешь придумывать то, что бы ты хотел показать в следующем году.
Все, наверное, мечтали о том, чтобы именно в их честь заложили звезду. Конечно, я очень об этом мечтала, потому что очень много лет принимала в участие в фестивале. Ну, очень хотелось бы, конечно, чтобы меня запомнили и как-то отметили. Ребята все веселые, энергичные, жизнерадостные. Все было здорово. Очень были красивые, здоровские призы, подарки. Участникам будущего только побольше ярких каких-то идей, эмоций, чтобы они выкладывались, не боялись ни в коем случае проявлять себя, потому что все мы уже победители, все те, кто хотя бы просто вышел на сцену и как-то себя проявил. Проявлять, не стесняясь, проявлять свои таланты. Многое мы не видим или как-то недосмыслим, потому что может быть какая-то зажатость, может быть еще что-то. Но когда чуть-чуть только расковались, и мы такой кладезь нового вот наблюдаем, что это просто поразительно. И я бы хотел сегодняшним ребятам, чтобы они вокруг себя аккумулировали новых, подтягивали, рассказывали, привлекали. И тогда вот этот вот фестиваль, это просто фантастика вот, на целый год.